Снижаем аварийность. Именно под таким девизом с 24 по 29 октября в нашей области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». О том, сколько было выявлено нарушений правил дорожного движения, в репортаже Мирамгуль Слакимбаевой. Цель мероприятия направлена на снижение аварийности и недопущение дорожно-транспортных происшествий не только в области, но и на автодорогах республиканского значения. В рамках данного ОПМ будут пресекаться факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, рассказывает заместитель начальника управления дорожной полиции. Особое внимание уделяем на использование ремней безопасности. На выявление вот таких вот нарушений в основном направлена наша деятельность на сегодняшний день. Вот это вот рейдовое мероприятие. Как выяснилось, за первый день оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками дорожной полиции было выявлено 396 нарушений правил дорожного движения. Из них за превышение установленных скоростных режимов 139 фактов. Задержано 13 водителей в состоянии опьянения. И 20 водителей были оштрафованы за пользование сотовыми телефонами во время управления транспортными средствами. В этом мероприятии задействован весь личный состав управления дорожной полиции области. Помимо этого, привлекаются в сельской местности участковые инспектора, ночные наряды наши усиленные сотрудниками полка патрульной полиции, спецподразделений. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.